Зато горчица в этом году в республике уродилась. Эту культуру сейчас убирают в Красноармейском районе. Природно-климатические условия Чувашии для горчицы подходят идеально. Этой культуре не страшны ни засуха, ни переизбыток влаги. В агрофирме «Таебинка» предстоит убрать свыше 500 гектаров горчицы. Для этого в сельскохозяйственном предприятии приобрели специальный комбайн. И дополнительно к комбайну нашим хозяйствам была приобретена такая функция, как дополнительное оборудование рапсовый стол. Этот рапсовый стол является дополнением к жатке. Он служит, удлиняет жатку. За счет этого при уборке горчицы она сыпется не на землю, а именно вот на этот рапсовый стол. Таким образом минимизирует потери. Большие объемы горчицы, выращенной в республике, принимает канашский завод по производству соусов. Немецкие предприниматели совместно с Министерством сельского хозяйства Чувашии намерены создать селекционный центр. Здесь будут выводить элитные семена для аграриев. Около 12 тысяч тонн они готовы только экспортировать с нашей республики. Перед нами ставят задачу увеличивать экспорт. Если сегодня у нас экспорт 19 с лишним миллионов долларов, то мы по плану до 2024 года должны выйти на цифру 55 миллионов долларов. Поэтому мы тоже возлагаем надежду, что эта культура станет, скажем так, одной из основных сельскохозяйственных культур для экспорта. Влажность сегодня хорошая, в этом поле около 15 центнеров с гектара. Цена сегодня хорошая, около 30 рублей. Даже больше, руководители говорят, можно сегодня продать, прогнозируемая цена.